Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. В зимнем положении Тунжен, Тунис, 10 марта 1903 года, 18:00. Это не чертова тренировка. Ох ты. На чертов пулемет. Дэвис, займись пулеметом, это приказ. Вражеская пехота! Что ж, отлично, снова за пехоту играем. Танковую батарею постреляли. Прикольный миссий, конечно, были очень интересно. Не то, что как упал здесь первый, так и в общем, в этой части. Танковая миссия просто офигенная. Динамичная, очень интересно, по сути, такие миссии разнообразные получаются. Все-таки Infinity War в свое время могли делать игры по серии Call of Duty. До выхода Call of Duty Ghosts. Все-таки это не... Так, это уже нам не пробить. Так, это не наш. Да? О! Вот сволочь, а. Я успел еле спрятаться. Так, а что нам дальше делать? Так, надо ФГ нужно брать. Или нам здесь сюда не вылезти. Мы должны обойти этот броневик и взять его под свой контроль. Это наш единственный путь отсюда. Так что, конечно, такие дырки он. Дэвис, ты ведешь! Пошли, обойдем этого ублюдка! Дырки он их сделал. Ой. Куда? Так, лучше автомат возьму. Вот, это получше будет. Что-то слишком медленно, это я старика лучше стрелять, а не вблизи. Куда теперь вот целая куча врагов? Вот так вот легко. Прорываемся пока что. Так, тихо. Райс. Там кто-то идет. Так, нам. Так, идем-ка. Первый давай я. А, тут стреляют. Так. Так. Оттуда кто стреляет? Так, оттуда? Да, что ли? Нет, там никого нет. О, гранат кидает. Так, вижу его. Это, кажется, готов, да? Так. Прям бочки. Что ли? Да неплохо шот. Да, там бы этим пулеметчик раз был. Вот. Он по нам стрелял. Так, откуда? Откуда еще стрелял-то? Или они уже сняли? Или они уже сняли, что ли? Так, он туда. Так, нам туда, да?
Да нет. Ох ты, да ладно, что, с соседями поедем сейчас. И это еще это. Хотя. Он живой еще, что ли? Как будто он живой помещается что-то. Так, и что там? А. Да ладно. О. Ходу, Макгрегор, ходу! Куда жми? Стрета. Держите! Да что ты, черт побери, пытаешься сделать, Грегор? Да уж, весело. Я так и думал, что поедем на этом, в общем, этой... Не знаю, что это, в общем, как называть. Следи за гранатометом, Дэвис! Один удар, и все покойники! А, понятно. О, сорвем это тогда нафиг. Так, куда? Ой-ой-ой-ой. Че не пропустил, извините. Ох ты. Ты где гранатомет? Я ни хрена не вижу. А его куда побить можно? А, шишу подобьешь, наверное. Место мне знакомо, сэр. Поверни направо, прямо тут. Давайте надеемся, что это работает. Спокойно, Макгрегор. Да, один бог. Так, вижу гранатометчика. Убивай. Да уж, весело. Давай, что, езжай. Какого черта говорить, не знаю. То уже, что я уже сделал. Они там уже запаздывали, это, тормоза, может. Да, блин, черт. Тупик. Так, сейчас с гранатометчик поедется, давай. Отгони от нас, принцип. Да, да вы стойте на месте, черт вас дери. Я вас... Давих лучше, давих. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, садик, подбивай нафиг, давай-давай. Ох, сколько их там. Черт дери, а. Долбанный гранатометчик, ненавижу уже. Давих. Лучше дави нафиг. Эти гранатометчика. Че, пушка ж поворачивается не очень. Хотя бы сохранено. Давай подобьем, садик, давай-давай-давай. Давай, что ли? Во. Хотя них не помогло нисколько. О, это, конечно, подобьем. Что-то мы кругами, кажется, едем вообще. Да что как? Они что-то завалили проход. Молодцы. Ух. О, давай. Во. Сам главный гранатометчик хвалить. А то и на стучи проду уничтожим. Так, готов. Давай. Куда-нибудь это, подальше от них. Ой-ой-ой-ой-ой. Дави. Так, где там гранатометчик? Я его не могу заметить в такой толпе. А, это все нормально? Время побегать, парни. Проверьте боезапас и не разбегайтесь. Это думал, это... Я что-то сам никто неправильно сделал. Думал, все, снова придется переигрывать весь момент. Оказывается, все лишь скрипт срабатывает. Так, а что он здесь на что не срабатывает-то? А, конечно, нужно. Так, тихо, давай. Так, давай. Ох ты! А, блин, как правило, спокойно стоит там, и ему ничего не сделал. Странно, может, работает. Он пристоит, мне ничего не сделает. Ох, конечно, умеет накидывать гранату. Так, а, хотя здесь можно обойти. Райс, ты чё вообще? Нифига себе. Ох ты, они уже с той стороны. Да какого чёрта вы?
Сволочи такие. Сейчас я вам устрою. Вот я ему устроил. Да, так и надо им. А, еще живой еще этот. Где они там, у них автоматы все есть? Нет у них там автоматов-то. Так, может хотя с той стороны зачистить порогу, обойти как-то. Они там все зачистили уже. Чё? Не показалось, наверное. Они там уже, наверное, все зачистили, да? О! Пострелянка из этого, что ли? Макгрегор, прикрывай тыл! Уничтожать всех врагов позади нас! И чё, сейчас у меня появится? Ну где они там? Ну, ублюдки, фрицы! Сейчас вам будет! Ну чё они там? Не вылезай-то. О, повылезали. А, это наши всё лишь? О, наконец то кто-то, это одиночек, что ли? Вторым сражаться. Так, здесь никого нету. Да что пудеря? Кто там, снайпер, что ли? Ох ты, да прячься, что ли ты? Какого черта вообще? Меня не убьет сейчас граната-то. Слава богу, не убила. Кто там сейчас стреляет-то? Да. Эй. Откуда это? А что, сзади еще? Они там еще сзади, что ли? Так я понимаю. Нифига себе. О! Так, валим. Они прорвались через нашу тыловую охрану! Мы должны вернуться и вернуть наших парней! Слишком поздно, Макгрегор! Мы должны добраться до точки сбора! Дэвид, пошли! Давай, вылезай, говнюк, вылезай! Ох ты, сволочь ты! Получай. Зараза такая. А нет, шатомат у них неплохой-то, но... А тебе тот тоже зачем мощь такой мощный достаточно. Чё? Сзади, где они сзади? Ага. Так, а... Я уже застрел. Меня уже окружили. Где они вообще, где они? Какого чёрта они... Они сзади где-то вылезли. Так, а я чё, не... Припрыгнуть не могу так, не убираться. Ты, блин, а? Какого хрена вообще граната? Немцы! У столба! По правому фланку! Да, блин, черт вас здесь гранатами закидывают постоянно. Надо куда-то двигаться. Немцы! Возле машины! Да. Да, блин, а? Так, какого хрена еще гранаты? Ой, да что позерее, что там за снайпер такой, который не могу попасть. Эй, слишком поздно, Макгрегор! Мы должны добраться до точки сбора! Да, да какого хрена? Что за вообще за... Эй, слишком поздно, Макгрегор! Что там за придурок такой? Дэвид, пошли! Да идем, что ли. Да, да что пас? Сволочь, а? Где они там вообще? Да что пас, зверь? А он здесь мне подорвет гранату? Ох!
Да, какого хрена? Что потери-ка? Какого хрена вообще? Где они там? Немцы! У столба! Стену! Да падай ты там, что ли? Че, живой, что ли, чей? А, живой. Да. Все? Готовы они там. Да. Солдаты! У столба! А кого столба там? Че, патроны, что сказать? Эх, я зря, конечно, пушку-то. Давайте, это последний грузовик! Надо выбираться отсюда! Сюда! Да уж, весело, конечно. Где? Где они вообще там прятались-то? Ну что, уходим, что ли? Да, отлично, выводим патроны пешком к этому автомату. Микро-40. Сбора бригады, парни. А в этот городок мы еще вернемся. Фух, да, весело, конечно, было. Очень весело.